Всем привет! В этом видео я покажу вам, как получить новые бесплатные вещи. Спорим, ты не сможешь подписаться на канал и нажать на колокольчик за 5 секунд. Для начала заходим на эту карту, ссылка будет в описании. И чтобы получить бесплатную вещь, нам нужно собрать 40 колокольчиков. Эти колокольчики разбросаны по карте. Подходим к колокольчику и нажимаем на Е, после чего нам его засчитывают. Итак, нам нужно собрать еще 39 колокольчиков. Как все собрали, нам дают бейджик. Это значит, что бесплатная вещь у нас в инвентаре. Чтобы получить вторую бесплатную вещь, заходим на эту карту, ссылка будет в описании. Как зашли, идем за мной, как показано на видео. Подходим сюда и нажимаем на Е. После чего ждем некоторое время, и нас телепортируют на эту карту. Здесь нужно ждать, когда начнется матч. После чего нас запускают в игру. В первом уровне нужно пройти испытание, на зеленый идти, а на красный стоять. Это похоже на игру в кальмара. Как прошли первый уровень, ждем некоторое время, и нас запускает на второй уровень. Самое главное здесь не упасть, так как эти платформы кружатся. Итак, нам нужно продержаться еще 80 секунд. Как прошли второй уровень, нас телепортируют на последний уровень. В этом уровне нам нужно как можно быстрее пройти этот паркур. Как прошли паркур, у нас проигрывается анимация, после чего нам дают бейджик. Это значит, что бесплатная вещь у нас в инвентаре. Надеюсь, я вам помог. Ставь лайк и нажми колокольчик, чтобы не пропускать новые бесплатные вещи. Всем удачи! Goodbye!